каждым годом город преображается и становится краше. Строятся дома и дороги, устанавливаются детские площадки и арт-объекты. А сегодня состоялось еще одно знаковое событие – открытие сквера Лазурного в одноименном микрорайоне. Наталья Матюшкина продолжит. Люблю тебя, Муравленко, ты достижение. Муравленко, все поколения, столько пройдено, моя родина. Таких ярких и жизнерадостных аккордов начинается церемония открытия Лазурного. Еще совсем недавно среди песка и сосен здесь стояло лишь несколько игровых форм и площадка для занятий стрит-воркаутом. Теперь это современная и комфортная зона отдыха для детей и взрослых. Сегодня я хочу, в свою очередь, конечно, сказать слова благодарности управлению архитектуры нашему и нашему главному архитектору Заливадной Наталье Сергеевне за идею этого сквера. Хочу сказать благодарность всему коллективу управления коммунального заказа и Зубаревой Наталье Васильевне за воплощение в проект идей. Конечно, слова благодарности нашему подрядчику Рафику Саркисовичу за работу, за качественную, быструю. И вот когда говорят «работа на совесть», вот это именно тот случай. Строим мы от души и радуемся, что всем нравится. Мы же строим для детей. Да, дети, вам нравится? Слово предоставили и муравленковцам. Зульфина и Динар Айтмухаметовы – сами жители микрорайона Лазурный. Там сквер сразу полюбился. Очень нам нравится здесь проводить время. Дети любят играть на площадке. Традиционную красную ленту перерезают под общие аплодисменты, после чего гости идут на прогулку по новому скверу. Новая территория отдыха появилась в рамках программы «Комфортная городская среда». Здесь обустроены цветочные ракарии, ограждения и малые архитектурные формы, освещение в классическом стиле и необычные арт-объекты. В декоративных скульптурах каждый может разглядеть нашу уникальную северную тематику. Мне очень нравятся эти фигурки, потому что с ними можно фоткаться, вылаживать в Инстаграм и в разные другие сети. И еще мы с мамой вчера приходили вечером и фоткались, когда все светилось. Самое любимое у тебя место в городе есть? Да. Это какое, если не секрет? Это площадка. Она очень классная, потому что там есть карусели разные, много чего. Здесь залазить можно, играться, бегать, прятки играть. А ты сама ходишь туда? Да, после школы каждый день. А больше всего, чем тебе здесь нравится заниматься? На той карусели кататься. И на кольцах. Новую зону отдыха жители города ждали с нетерпением. Оценил сквер Лазурный и губернатор округа Дмитрий Артюхов во время своего рабочего визита в Муравленко. Благоустроили всю территорию, добавили две игровые зоны, добавили, также оставили спортивную зону, травмобезопасное покрытие. Для взрослых жителей зоны отдыха дорожки сделали. Заодно синхронизировали работу с дорожным фондом. Обустроили здесь две парковки вот рядом. Вот здесь парковки здесь доделываем сейчас. Проезды отремонтировали, полностью сделали все освещение. Ну и как такая изюминка у нас, это вот такие тоже скульптурные композиции здесь тоже есть. Тематика немножко другая, север. Да. Территория Лазурного продолжит обустраиваться с учетом максимального сохранения зеленого ландшафта. Но уже очевидно, новый сквер станет одним из любимых мест отдыха у жителей и гостей города. Очень рада, что открылась вблизи нашего дома такой сквер, потому что, во-первых, он большой, во-вторых, вот такие все локации, да, то есть для разных возрастов. У меня как бы ребенок 3 года и 6 лет, то есть есть где поиграться и младшему, и старшему, то есть, и в-третьих, еще что мы сами можем взрослые отдохнуть, посидеть. Мне нравится по вот этим лазить, с горки кататься, она очень большая, высокая. Мне нравятся какие здесь фигуры. А больше всего что нравится? Больше всего нравится какой красивый город. Наталья Матюшкина, Виталий Сидняев, новости Муравленко.